Староместская площадь. Ее нельзя не фотографировать и не снимать. Тут просто красиво. Я подошел просто к астрономическим часам, они с той стороны этого здания. Я посмотрел, какой тут зазор маленький между камнями. Вот. Вообще никакой сложенного. Это колонна, в частности. Но тут между камнями больше. Оно же все было выбито, вырезано специальными такими штуками. Камнерезы сделали. Это же из бетона не выливалось, насколько я понимаю. Это все вырезалось, вычеканивалось. Всякие штуки тут стоят. Ну так много-много. Я заметил, если люди такие раскрепощенные больше, то это, ну вот, с запада отсюда. Если такие напряженные немного, по лицу видно. И да, то это или россияне, или украинцы. Может быть, белорус еще. Ну, короче. Есть какое-то в лице вот напряжение видно. Да. Ну, ничего. Тут раскрепощаются немного. Я уже... Я думаю, а те, которые здесь живут давно, с ними общался, они... они уже такие... Дружелюбные очень. Раскрепощенные, скажем так. Более... Девушка будет вся в мыльных шариках. Да, наверное, она в восторге.
Старопраменской площади. Значит, ну эта миска 280 крон, ну это, конечно, грабеж. Ну ладно. Короче, тут картошка, капуста кислая, какие-то там сосиски или куски мяса небольшие. И все это варится в таком котле, греется, смешанное. Но, честно говоря, слышится одна капуста. Вот. И она кислая. Но порция большая, так что... Эта картошка оказалась редкостной гадостью. Я выбрасывал рядом две японки или кореянки, тоже выбрасывают, смеются, я вряд ли same, типа такое же гадость. Да. Чтобы запить эту гадость, возьму латте махиато. Латте махиато. В Праге, Чехии. На Старопраменской площади. Здесь я еще латте не пил. Попробуем. Кофе возымело свое действие. Немножко полегче от капусты. Во все оружие сижу. Это что-то, чтобы ходить по всем блогам в экскурсиях, аудиогид, фотоаппарат, в руке телефон, и тут еще сумка на плече. Короче, вот так. Тепло, градуса 8.